Кое-где даже образовывались очереди. Причем, если раньше одними из первых на участке приходили люди пожилого возраста, то в этот раз с утра было много и молодежи. Это связано и с той обстановкой мировой, которая, в общем-то, вокруг нашей страны сегодня существует. И наши горожане, россияне хотят показать всему миру, что мы солидарны, что мы поддерживаем тот курс, который сегодня ведет руководство страны. Мэр города с супругой по традиции голосовали на участке, который расположен в зале органа и камерной музыки. Сюда же около полудня пришли отдать свои голоса члены сборной страны по спортивному ориентированию. В эти дни на курорте они борются за призы чемпионата России. Раньше бывало дело, пропускало эти выборы из-за того, что сборы, разъезды, поездки не всегда получалось брать открепительное удостоверение, а в этот раз зашел в интернет, в госуслуги, две кнопки, и я тут. Как говорили, было очень удобно. Кстати, Сочи местом голосования выбрали более 24 тысяч жителей других регионов. Это рекордное число иногородних избирателей за всю историю выборов, отмечают в избирательной комиссии города.